В момент, когда все произошло, миксеры, стоявшие впереди него фуры, ожидали зеленого сигнала светофора. Оба автомобиля собирались сворачивать направо. Двигаясь юзом по заснеженной дороге, масло летело на миксер, когда тот едва успел тронуться. В результате сильного удара о торчащей металлической части бетонной мешалки масса едва не лишился кабины. Фура начала трогаться, я за ней. И вдруг масс на торможение догнал меня и зацепил меня в заднюю часть. От этого удара кабина МАЗа оказалась смятой почти наполовину своей длины. В ходе столкновения у него даже сорвало водительскую дверь. Сидевший за рулем мужчина получил тяжелейшие травмы, но, по словам очевидцев, был в сознании. От верной гибели его спасло лишь то, что основная масса удара пришлась на правую сторону кабины. Все остановились сразу, как-то все так это... Ну, сплоченно все схватили, все водители, дорогу перекрыли, его вытащили. На обочине трассы скопилась снежная каша, однако попадали в нее лишь те машины, которые перестраивались на правую полосу для того, чтобы свернуть. Несомненно, свою роль сыграло и то, что МАЗ был груженный. Скользкая дорога, не очищена. Здесь вот асфальт, а здесь на повороте скользко. Вот и все. Тормозило и не хватило. Досталось в итоге и миксеру, и отлетев вперед, он врезался в фуру, повредив при этом часть кабины и бампер. Вдобавок ко всему, МАЗ съехал с дороги и уткнулся в металлический отбойник. Искандер Тулубаев, Александр Сергородцев, эфир 24.